современном мире робототехника активно входит в нашу жизнь. Из разряда экзотических изделий роботы стали незаменимыми помощниками во многих сферах деятельности человека. Компания AirBot специализируется на разработке и производстве сервисных роботов, которых называют роботами телеприсутствия. Казалось бы, что здесь особенного? Камера на колесах, управляемая с компьютера через интернет и Wi-Fi. Сегодня каждый смартфон или планшет оснащен встроенной видеокамерой и микрофоном. Но смартфон или планшет не может самостоятельно перемещаться в пространстве без участия человека, а мобильный робот может. И это главное преимущество, которое отличает робота телеприсутствия от любого современного гаджета. Можно представить много ситуаций, когда необходимо личное присутствие специалиста в определенной среде, например, опасные для здоровья и даже представляющие угрозу жизни. Роботы телеприсутствия могут дистанционно донести информацию из зон бактериологического и радиационного заражения, обеспечить врачу доступ к пациенту за тысячи километров, позволить инженеру осмотреть аварийные блоки, а стражу порядка оценить оперативную обстановку. Примеры можно продолжать настолько, сколько хватит вашей фантазии. Большую популярность роботы телеприсутствия получили в системе образования. На крупнейшем московском международном образовательном салоне в Москве роботы AirBot 100 вызвали огромный интерес у специалистов в сфере образования и гостей выставки. С 2010 года компания AirBot устанавливает своих роботов в школах для дистанционного инклюзивного обучения детей. Робот AirBot позволяет ученику посещать уроки во время болезни, не выходя из дома и соблюдая постельный режим. При этом с помощью встроенных видео и аудиосистем робота ученик видит и слышит все, что происходит в классе. Может задавать вопросы педагогу, общаться с одноклассниками, перемещаться по аудитории из класса в класс, общаться и играть с одноклассниками на переменах. А если ребенок получил тяжелую травму опорно-двигательной системы, требующую длительного лечения и восстановления в стационарных условиях? Немало было случаев, что именно по причине продолжительных пропусков ребенок оставался на второй год и терял связь со своими сверстниками. Робот поможет не пропустить учебную программу и всегда быть в кругу друзей. Не менее актуальны вопросы реабилитации и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. На международной конференции специалисты компании AirBot представили образцы современных роботов, которые могли бы существенно облегчить социальные проблемы инвалидов. Существует много профессий, которыми могли бы овладеть люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Врачи, инженеры, преподаватели, консультанты, менеджеры и многие другие, где важно непосредственное присутствие в определенном пространстве. И роботы телеприсутствия могут обеспечить выполнение всех этих задач дистанционно. Мы провели несколько тестов с роботами телеприсутствия прямо на выставке. С первых минут роботов обступили посетители, что подтвердило наиболее популярное применение инновационных систем телеприсутствия в качестве интерактивных промо-роботов, гидов и консультантов. Роботы – безупречные сотрудники, которые всегда вежливы и безупречно одеты. Им нет необходимости отлучаться с рабочего места. Они легко брендируются, могут использовать встроенную информационно-справочную систему, демонстрировать презентационные ролики на сенсорном экране, раздавать рекламные буклеты, а с помощью оператора быть консультантами в режиме онлайн. Компания AirBot осуществляет подбор оптимальной комплектации систем телеприсутствия по запросу заказчика, разрабатывает оборудование и интеллектуальное программное обеспечение под конкретные задачи, обеспечивает обучение операторов, администраторов, специалистов по ремонту роботов в сертифицированном учебном центре на базе Московского государственного университета информационных технологий, радиотехники и электроники МИРА. Откройте для себя мир роботов AirBot 100.